Сейчас я иду пылить свои зошты. Чем бы мне заняться? Почему бы зошты не спылить? В общем, вот их, согласитесь, немало. Но тем не менее, сейчас я пойду встречу Даню, Андрея и будем пылить зошты. Раньше, вот, буквально вчера, я ходил на заброшку. Возможно, здесь где-то будут фотографии, но мы не смогли туда в середину пробраться, поэтому я не буду выставлять. В ближайшее время мы планируем снова туда залезть, и надеюсь, будет классно, потому что нас прогнала бабка. Но, тем не менее, мы все равно туда пойдем. В общем, я встретил Даню, и у него, сравните, мое количество и его. 15 килограмм у меня, и у Юлика килограмм где-то тетради, жесть. 3 где-то. Он так спешит из-за того, что не может их нести почти что. Сейчас мы их будем пылить в безопасности, а потом, наверное, куда-то... Но это не точно. А потом, наверное, куда-то пойдем, но я не уверен. Все, мы немного попалили их, точнее, очень много даже. К нам подошли девятиклассники и начали тоже тупо бросать их и палить. Мы, короче, сошли, реально хорошо, так все безопасно. Но оно само перегорит, мы побудем здесь. Больше получаса. Тут, конечно, красиво, но не так уж интересно, ибо тут делать совсем нечего. Сейчас такой момент жесткий. В общем, нам стало сильно скучно, и мы решили пробираться через вот такой вот лесок, вместо того, чтобы идти по лестнице, которой могли бы пойти. Знаете, тут главное остаться в живых. Надеюсь, мы сможем. Мы спустились через этот лес, и я там так грандиозно упал, скорее всего, что вы видели у Дани. Джинсы вроде бы нормальные, надеюсь, у меня они не порвались, и сейчас мы уже, наверное, домой. Я сейчас хочу поговорить про то, что у меня немного может поменяться формат. Я больше хочу снимать типа челленджа, но что-то наподобие как Янго. Если у вас есть хоть какие-то идеи, то пишите в комментарии, потому что я уже долго думаю и не могу придумать.